Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку, сообщают иранские СМИ. По последним данным, экипаж вертолета президента самостоятельно вышел на связь. Есть вероятность, что жертв удалось избежать. Но сложные погодные условия пока не позволяют спасателям добраться к месту аварии. Раиси направлялся в провинцию Восточный Азербайджан. Государственное телевидение сообщило, что инцидент произошел недалеко от города Джулфа.